вмазывайся в медведя, отхватывай от него люлей. А! Осторожней! Аккуратней! А! Твою мать! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами снова играем в Raft. Игру про плот и про остров, и про акул, и про меня, выживающего среди всего этого. Сегодня у нас с вами, как вы помните, в нашем мире... Попробуйте выговорить это название. Я даже не могу слово выговорить. Сегодня у нас, в общем, айсберг. Продолжаем исследовать эти ледяные земли. А также будем стрелять в медведей из луков. Белых медведей попрошу. И ставьте лайк, чтобы стрела попала четко прямо вот в самую нужную дырочку медведю. И сделала еще одну дополнительную. Да, мы зашли на базу через подземный туннель. И что у нас здесь? Кухня. Отлично, мы пришли на кухню, а значит можно похавать. Я, кстати, давно так рано не записывал видосы, у меня горло не готово просто к этому. Я даже особо еще не ел. Поэтому любая еда, которую я здесь найду, будет вызывать во мне боль внутри. Потому что я люблю есть. И не люблю, когда еда показывается в игре. Записка. Поднять. Крюк. Какой-то, не знаю, бомбочка какая-то с лицом. Нам нужно найти все четыре этих символа. Опа, смотрите, еще один жетон. Кажи, здесь все. Погодите, а вот ты что у нас тут припрятался? Я не могу его взять. Какого дьявола не могу взять? Почему? Только отсюда. О! Че бросаешься? Ужин из акулы рецепт. И посылка. Да в жопу посылки, у меня их уже куча. Я не знаю, что с ними делать. Я что, почтальон? Вообще-то мир сдох, я выживать пытаюсь. А меня все равно пытаются запрячь. Стоп! Это очень важно! Рыбный анекдот от Инновата. Мало кто знает, что если рыба-меч застрянет в камне, то вытащить ее оттуда сможет только рыба-король Артур. Собственно, наша цель сегодня это исследовать весь этот ледник и... О, боже мой, что это? Что это такое? Это телескоп! Давайте, наверное, выше надо? Окей, это созвездие... Я не знаю, что такое. Танчик. Это созвездие... Червячок. А это северное сияние, походу. Я даже не знаю, что это такое. Слушайте, нам, походу, нужно в какое-то определенное... в определенную точку. Погодите, что это? Плот. Серьезно? И сейф какой-то? Ошибка. Каким образом, интересно, когда на дворе день? Ну, такой, знаете... Короче, не ночь. Каким образом мы видим такое красивое звездное скопление? Это нереально. Смотрите, два. Два! Это пароль. Два. И вот это вот стрела. А, созвездие стрелы. Это два. Восемь. Это якорь. Значит, тут наверху у нас акула. Без номера почему-то. Я представляю, что он будет видеть при прохождении теста Роршиха. Чайка. Ну ладно, это еще можно кое-как представить. Но тоже без номера. А вот это еще один... Это Генри! И записка. Лодка готова к отплытию. Дета дежурит с клаксоном. А Рубен хотя бы встал на ноги. Генри остается здесь. Мне грустно, но так будет лучше. Он больше со мной не разговаривает. К тому же нам безопаснее разделиться. Дета говорит, есть какое-то место, где много людей. Рубен говорит, Астрид может быть там. Здесь, в этом леднике, ее точно нет. Приятно пообщаться с людьми. Ох, будет забавно, если эта игра внезапно соединится с The Long Dark, и мы найдем Астрид ту самую, и Маккензи в этом найдем. Кстати, я давно не записывал Long Dark, и да, ставь лайк, если хочешь, чтобы я продолжил Long Dark. Я немножко подотвык уже от этой игры. Добавлена новая заметка. А какая новая заметка? Где? 1, 2, 3, 4. Я так понимаю, это все. Мы нашли все четыре вот эти бумажки. Не знаю, для чего они нам нужны. И я так понимаю, отсюда мы можем просто выйти. Но не стоит этого делать. Нам нужно вот на тот холм. Или пойти вдоль этих вышек. Или спуститься вниз. Давайте вниз. Я хочу понять, какие еще циферки есть. Ага, циферок больше нету. Но мы нашли 4 плаката. И нам нужно ввести 4-значный код. Это нам подсказки. 8 и 2. О, блин, как это стрёмно. Значит, вот стрела. Вот якорь. 8, 2. И дальше нам нужна акула и чайка. Я нашел чайку. И нашел акулу. А, вот как они определяют, что это акула. Потому что скопление звезд и вот эта туманность в виде акулы. Так, но если якорь 8, а копье 2, как это вообще связано? Не понимаю. 8 и 2 прямо рядом. Каким образом здесь можно вычислить
какая цифра у акулы, а какая у чайки. Комбинаций слишком много, я пока не вдупляю. Давайте лучше пойдем в другое место. Может быть, там найдем какую-то подсказку. К тому же, я очень хочу покататься на снегоходе. О, стопы, здесь записка была. Я уже потерял Миранду. Но тебя, Генри, я не потеряю. Мы вместе шли на сигнал с юга. Я знаю, он от моей сестры. Никаких сомнений. Генри настроен скептически. Он думает, холод может быть опасен. А я больше боюсь того, что там, за снежной бурей. Давайте покатаемся. Блин, какая это крутая штука. Стоп, 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 стоп. Дайте подумать, это же лед? Это лед. А где мой плот? Вон он. Осторожнее, только не уронить. Только не уронить снегоход в воду. Тихо! Все. Стоим. Стоишь? Не скользи только, как я. Короче, я пришел на плот, чтобы весь хлам распределить. О, тут и хавчик готов для меня. Что ж, мы все лишнее убрали, теперь отправляемся снова. Кстати, мы не использовали металлоискатель. Он здесь не работает, но он сто пудов сработает день, мы там, на острове. Садимся и едем. Стоп, осторожнее только. Я хочу вот туда, где луч. Сейчас как на трамплине заедем, да? Оп! А, черт! Ну, в целом это возможно, кстати говоря. И я обязательно это попробую. И сделаю это. Прямо сейчас! Прямо сейчас! Давай! Хорош! Забирайся! А, нет. Не хватает тяги. Ладно, сваливаем. Медведь! А что если вмазаться в него со всей дури? Что если, блин, мразь такой... Опа! Ему наплевать! А! Черт, черт, черт! Прыгиваем! Убивать! А! Что он такой свирепый? Че он такой неубиваемый? Есть! Я думал, его можно будет сбить. Это было бы круто. Кстати, я не взял с собой воду. Возвращаемся. Да, небольшая заминочка. Все, теперь можно ехать. Что тебя так заносит, ё-моё? Давайте посмотрим. Вот этот ящичек. Его можно, кстати, удерживать, чтобы подобрать. Что это мы подбираем? Что мы делаем с этим проводом? Мы взяли кабель. Мы его взяли, но у нас даже его нет в инвентаре. Он здесь. Это какой-то важный предмет. Что подумал? Давайте не будем сокращать ничего. Нам нужно вообще все осмотреть. Так, вот это... пещера какая-то, в которой мы, кажется, не были. А вот здесь мы были? Опа, здесь какая-то вонь. Мы здесь точно не были, и здесь... А, радиация, радиация, радиация! Окей, нам нужно что-то собрать. Найти противогаз, походу, нужно будет. Вот еще вышка одна. Давайте и оттуда кабель заберем. Я не знаю, сколько их нам нужно будет. Мы просто тянем его смешно. Ну, отдай. Ну, отдай. Ну да, и он дает потом. Настойчивость, друзья. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау, осторожней. И давайте еще один кабель возьмем. Я не знаю, сколько их надо. Теперь давайте направимся к этому зданию. А! Опа, тут еще один снегоход. А зачем их так много? Наверное, когда ты играешь в кооперативном режиме. Сто пудов. Нет, нет, медведь. Не надо его. Очень много вышек. Я не думаю, что нужно все их собирать. Но тут целая куча снегоходов. Все, выходим. Здрасте. Требуется паяльная лампа. Судя по всему, это самое последнее место, в которое мы должны попасть здесь. Исследовательское учреждение. Селина, причем называется. Когда-нибудь упоминалось это имя раньше? А чем медведи трутся возле этих вышек? А? Аккуратней. А? Упадем, сдохнем. Кстати говоря, ну-ка, что у нас там? Нету. Никакого металла нету нигде. Ладно, давайте попробуем вот просто сюда, вдоль вышек ехать дальше. Ох, какая база интересная. Да ё-моё! Боже ж мой! А хотя почему бы и нет, насрать. Мы здесь. Так, 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 так. Дэта показал нам с Генри заброшенную иглу. Кажется, он поколдовал с проводами, чтобы их отпереть. Но большое иглу... Что? Интересно, что там внутри? Дэта познакомил меня с неким Рубином. Он был ранен. Похоже на следы медвежьих лап, так что я помог обработать раны. Точно так же Астрид лечила меня. Где ты, сестренка? А, иглу! Это заброшенные дома вот такие, из-за льда сделанные из снега. В которых эскимосы еще живут. Вот, нам нужно натянуть кабель. Но куда его тянуть? Хорошо, давайте... Тянем. Куда это мы его тянем, интересно? Стоп, нам не хватает вот до сюда. Нужно кабель тянуть. Придется собрать несколько кабелей. Смотрите, нужно еще, чтобы ничего на пути этого кабеля не было. То есть, а как мне его тянуть-то до сюда? Может быть, надо просто поставить его? Нет.
Блин, нужно собирать все эти вышки, походу. И вот почему Мишки охраняют эти кабели. Потому что они очень нужны по сюжету. Мать! Осторожней! Все окей? Вон он. Все, кабель забираем. Вот эту мы вышку еще не трогали. Стоп. Осторожней, тут Мишка. Мишка охраняет вышку. Надо ему стрелишку прямо в рожу кинуть. Походу, эта последняя вышка осталась. Больше ни одна не горит. Получается, мы истребили каждого медведя на этом острове. Все, вернулись. Тормози. Вот насколько хватит теперь кабеля? Блин, все равно точно так же. А, его надо сюда цеплять. И тянуть дальше, к следующему контакту, который находится у нас вот где. Сейчас мы весь поселок запитаем. Это что, получается, мы дверь открыли? А, нет, натянуть кабель. Есть, первый открыли. А, это качалка! Не ожидал увидеть качалку здесь, но это прикольно. Итак, у нас куча хапки теперь с собой есть. Оп, предмет, предметы. Ради чего мы здесь? Тут же ничего нету. Так, я думаю, мы можем отсюда натянуть кабель вот в соседний дом. Хорош. А здесь у нас... это чья-то хата. Детская причем. Ладно, но здесь ничего нету, кроме жрачки. Все, входим. И здесь у нас пластик. Тоже просто предметы, предметы, предметы. Всякие коллекционные. А, смотрите, вот этот дом вообще нельзя запитать. Видимо, все будет четко. Нам кабелей хватит тютелька в тютельку. Отсюда тебя присобачим. Ой, не хватает? Чего? Ладно, попробуем по-другому. Здесь мы никак не можем его подсоединить. Значит, только вот туда. Цепляйся. Есть. Ну, наверное, тогда отсюда уже можем вот туда присоединить. Я не уверен, правда. Наверное, сюда сначала нужно будет. Но мы сейчас попробуем. Найн! Только сюда. А здесь вот уже что-то интересное. Записка! Этот мальчуган, Детто, очень сообразительный. Нам удалось собрать кое-какие материалы, и он починил мою лодку. Рубену уже лучше, но кажется, он не особо хочет со мной разговаривать. Они оба бросают на меня подозрительные взгляды, когда я говорю с Генри. Генри не нравится, как они на нас смотрят. Пожалуй, надо что-то делать. И что же он будет делать, интересно? Давайте сразу жрать все это. Целебная мазь, прекрасно! Тут ее целая куча. Хоп-хоп-хоп, ой, как здорово. Ой, как хорошо. У меня их теперь 5. И при том, что я их вообще не использую, они будут лежать, видимо, до конца игры. Ну когда же игра кинет мне какой-нибудь челлендж прям настоящий, чтобы я охренел от сложности? Присоединили кабель. Теперь вот сюда. Здесь тоже всякое. О, клубничная колада. Жетоны, хлам. Хлам, 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 хлам. Давайте натянем сюда провод. Походу, это последняя, кстати говоря. Заходим. Опа, вот здесь мы можем и тратить все наши жетоны. Но не незачем. Так, куча ресурсов, ресурсов. Металлическая удочка. Быстрее, надо ее обязательно... Так, придется выпить коладу. Как круто, халявная удочка. И теперь забираемся наверх, чтобы понять, что у нас тут находится. Может быть, какая-то тайна нам откроется. Итак, чертеж, улучшенный очиститель биотоплива. Я не могу взять чертеж, но я уже его изучил. Паяльная лампа! Наконец-то! В целом, больше здесь ничего нету, нужна была только паяльная лампа здесь. В таком случае, давайте сгоняем на плот, все ресурсы закинем и вернемся к тому огромному зданию. К исследовательской лаборатории. Погодите, 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 а это что такое? А я был здесь? Или там тоже все... А-а-а, все ядовитое. Короче, в той лаборатории мы, скорее всего, найдем что-то типа противогаза. А вот и плот стоит и ждет. Так, давайте сейчас все к барахлу разгребем по-бырому. Что ж, я все разложил, все подготовил. У меня полные карманы хавчика, воды. Все пусто, лишнее убрал. Погодите, лишнее не убрал, извините. Мы забыли крюк убрать, он нам точно не нужен здесь. Отличный момент, чтобы прочитать следующий рыбный анекдот. От Марии Пьянковой. Пришел сын с отцом на рыбалку. Отец говорит сыну: «Сын, дай мне хлеба для подкормки». «Я его съел». «Тогда дай мне кашу». «Я ее тоже съел». «Тогда доедай червей и пойдем домой». Я так понимаю, что это последнее, что мы сделаем на этом острове, и дальше нам нужно будет просто отчалить. А, нет, стоп, нам нужно будет еще обязательно решить головоломку в обсерватории. Так, погодите, еще нужно будет противогаз найти, чтобы залезть вот в те шахты. Их 2, насколько я помню, здесь. Ну давай, открывай, стоп, открывай. Какая-то волшебная лампа сама паяет. А, получается, требуется ключ от Селены. Опс,
А это как мы должны найти? Черт возьми, походу нужно в обсерваторию. Прыгаем! Ё-мо! Мы живы? Вмазывайся в медведя! Отхватывай от него люлей! Нет, просто уедем! Просто уедем! Осторожней! Аккуратней! Твою мать! Все хорошо? А это что за пещерка? Мы здесь не были. А нам сюда и нахрен не надо. Окей, мы здесь. Только не хочу падать снова вниз. Мы просто аккуратненько обойдем. Итак, в обсерватории мы снова оказались. Это цифра 8. На циферблате расположена вот здесь. А копье цифра 2. Вот здесь. Ну это если я правильно начинаю думать. 2 и 8. Блин, я не понимаю. Погодите. Погодите, погодите. 2 это не расположение на циферблате. Это количество звезд. Количество звезд в созвездии. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, их 8 здесь. Здесь их 2. А пароль? Точно. Пароль это как раз таки, где у нас? Вот мы нашли созвездие. Крюк, плот, штука и гусь. Давайте искать их. Получается. Это крюк? Это похоже на крюк. Но это может быть не крюк. Погодите, вот эта штука мы нашли. Это 100 пудов оно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значит, вторая цифра это 9. Первая это вот какая-то... Какой-то гусь, короче, должен быть. А вот и гусь. 1, 2, 3, 4, 5. Правильно? Да, 5. Получается 5, 9. Потом мы ищем крюк и плот. Нашел крюк. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. А теперь плот. 1, 2, 3, 4. Успех! Ключ от вселенной, да, слава богу, я знал. И что-то мы еще какой-то чертеж взяли. Чертеж? Чего? Теперь вы можете изучать улучшенный постоянный якорь. Нафиг он нам нужен? Я не знаю, нафиг он нам нужен. Мы и с таким якорем хорошо справлялись вроде как. Че, прыгнем? Оп! Слушайте, я вообще не коцаюсь от падения с высоты. Ай, как внезапно прогресс случился. Чувствуете, как хорошо? Быстрее, я хочу знать, что там население. Стоять, осторожней. Селена, я иду к тебе. Открывайся. Здесь должна быть музыка, музыка такая. Боже мой, что это? Это как раз-таки вот эти вот подземные бункеры, в которые я не смог забраться из-за того, что у них радиация. Ну-ка. Меня зовут Синица. Все, кто это читает, знаете, я всегда ставил интересы человечества превыше всего. Всегда. Меня послали на Селену вместе с двумя коллегами. Один из них, как выяснилось, был шпионом инвесторов. Если бы Филина пустили на Селену, технология неисчерпанной зеленой энергии, неисчерпаемой энергии, стала бы собственностью тех же людей, что допустили катастрофу. Второй коллега, я его бросила. Я тебе не доверяла, Сокол. Попросту не могла. Риск слишком велик. Надеюсь, ты меня простишь. Так вот из-за чего катастрофа. Люди искали какой-то неограниченный источник энергии. И поэтому весь мир затопило. Надеть... Вот это клёво. Что это? Омерзение, омерзение. Хорошо, но нам придется туда идти, я чувствую. А дверь закрыта с другой стороны. Требуется контрольный стержень. Дети, быстро контрольный стержень. Моя рука это контрольный стержень. Ключ от реактора требуется. А, вот только сюда мы и можем пойти. Ну ладно, поперли. Стоп, эта дверь открывается. Ноу. No. Осторожней, тут твари ходят. Мутировавшие твари. Вот почему крысы были такие здоровые. Так может быть, если бы я надышался этой штукой, я бы тоже стал огромным? Может быть, это даже было бы лучше. Так, RB, что это значит? Оу. Здесь надо ввести какой-то двузначный пароль. Я пока не знаю. Я пока исследую. PM. Это... Что это значит? PM, RB. Это случайно не из таблицы Менделеева? Ой! Что за западло? Почему? Почему он снялся с меня? Открой! Выпусти! А насколько его хватает? Вон же шкала есть, я не заметил. Слушайте, но это походу что-то связано с таблицей Менделеева. А, смотрите, вот. 58, это зеленый. Это...
80. Да, это таблица Менделеева. Стоп. Я же могу ее просто загуглить сейчас. Давайте только отсюда выйдем сначала. Только сначала надо убедиться, что это правильно. Вот, допустим, PM 61 будет или как? PM это 61, все правильно. Значит, нам нужно просто найти RB. 37. Да, все правильно. О-о-о. Так, я понял. У нас не так много времени, чтобы это все сделать. Боже мой, как сложно. Короче, мы одеваем костюм. Значит, нам нужно 37. Потом CL у нас 17. И PM 61. Значит, 37, 17. Быстрей. 61. Так, мы что-то запустили, кажется. Что-то мы активировали. Опа, мы открыли дверь. А, тогда прежде чем войти, нам нужно обновить костюм. Все, гоу. Окей, и здесь у нас так ресы. Просто ресы. И темнота. О, не нравится мне тут. А тут будет вообще радиация? Или здесь все окей? Мне почему-то кажется, что тут будет все окей. Ой, нет, ни хрена не все окей. Так, контрольный стержень я нашел. Скорей. Бежим дальше. Ох, как тут много всего. Так, еще хлама. Дай сюда. Пожалуйста, я надеюсь, что я не сдохну здесь. А, еще костюм. Вот и хорошо, мы обновили. Опа, вниз. О, боже мой. Сколько нам таких стержней нужно? 3, что ли? Так, что-то мы... А, удерживать. Что-то мы сейчас сделаем. Что? О, нет, это огромный клещ. Продолжаем удерживать. А! Ты жив? Как ты выжил? Продолжаем крутить. Ой, боже мой. Так, хорошо, давайте не будем стрелять луком, будем их бить. Раз, два, три. Спать. Тут нажмите, чтобы подобрать. Что подобрать-то? Окей, что-то мы подбираем. О, это босс. А у меня мало костюма. Все, в жопу, валим. Нет. Западло. Открой. Да дай пройти. Говна ты кусок. Откройся, блин. Все, прыгаем. Давайте запыряем копьем эту тварь. А, раз. А. Есть, убил. Что-то мы с них берем. Пожалуйста, больше не надо. Итак, крутим. Окей, это было нервозно, честно скажу. Есть. Нам здесь дадут обновить костюм. Стержень! Забираем. Окей, ладно, продолжаем. Не знаю, что это. Удерживать для плавного... Что? Я не знаю, для чего это. О! Да, я так и подумал, что это будет что-то коцнутое для меня. Блин, как тут все напряженно. Этот лазер должен направиться... Черт его знает. Стоп! А! Вот так это должно быть. Окей. Продолжаем. Стоп. Это что, вонь? Это, кажется, вонь. Берем костюм. О, май гад. Ага, здесь снова лазером придется работать. Тут столько всего нужно будет вращать. Хорошо, нам нужно направить вот сюда. Ай, как прикольно, мне нравится. Чем-то портал даже напоминает. Ой, как заморочено тут все у нас. Все аккуратно пролезли. И дальше... А, нет, все легко оказалось. Стоп. Есть! Селину строили с одной целью – освоить и усовершенствовать экспериментальные реакторы, питающие плавучие города. Непростая задача, но она выполнялась.
теории. Но проблема в том, что у нас не хватает людей, чтобы построить что-то кроме базового прототипа. У нас бы получилось, я знаю. Просто нужно больше людей. Есть одно место, где рафтеры мирно живут бок о бок с выжившими из старого мира. Оно называется Утопия. Может, там мы постепенно смогли бы исправить то, что натворили. Но вчера от них пришло сообщение. Один из инвесторов захватил власть в общине. Улов Вилкстром. Боюсь представить, что он может сделать с нашей Утопией. Стоп, погодите, реактор сделали уже после того, как весь мир затопило? То есть, катастрофа даже не из-за этого. Здесь люди пытаются просто питать свои плавучие города, чтобы выживать. Окей, продолжаем. Чё там по стержням? Сколько мы их нашли уже? 3, то что надо. Вот как раз таки мы выходим с другой стороны. Стержень 1, стержень 2. И стержень 3. Включай! Ча? Ключ от реактора, да. Все правильно. А вот и реактор. Я на всякий случай одену. Я думаю, это понадобится мне. Ох, музыка. Музыка напрягает очень. А, здесь костюмы есть, оказывается. Ну ладно, ничего страшного, мы одели еще раз. Тихо. Бить. Что мы получаем от них, я не беру? Сырое мясо. Какие мясные жуки. Сколько у вас здесь? Ладно, я не знаю. Что надо делать? Просто ждем. Просто жмем и просто ждем. Первый готов. Итак, вертим, крутим. Я твой клапан вертель. Что-то мне там кажется, жук пытается, да? Сволочь. Ты испортил мое верчение. Окей, сколько еще? Сколько надо еще? Все? О-о-о, мы это сделали. Так, это у нас что? Утопия. Неужели это новые координаты? Это новые координаты. А это что? Электрическая плавильня, чертеж. Мы все сделали. А! Чувак, живой! Доброе утро. Постой, так ты не... А, ясно. Они меня бросили. Как здорово наконец-то проснуться. Длительный криосон имеет много побочных эффектов. Так что, у тебя найдется место для биоинженера? Клянусь, от меня много пользы. Он будет со мной? Супер, ты настоящий друг. Я буду очень стараться. Я ничего не сказал ведь. Новый игровой персонаж. А! Что? Призрак! Мы можем поговорить. Что? Ты что делаешь? Доброе утро. Постой, так ты не... А, ты повторяешь все? Заткнись. Я что-то не понял, что надо. Короче, я не понял, каким образом этот чувак будет... Я, видимо, просто как коллекционка я открыл нового персонажа. Наверное. Тут вот что интересно. Там же есть еще одни места, в которые можно забраться. Возможно, я смогу туда забраться теперь. И даже мне не нужен будет никакой костюм. Но я бы на всякий случай его одел. Окей, теперь надо просто выйти отсюда. Давай, быстрее, пока еще действует костюм. Это было здесь. Да, быстрее, еще половина костюма. Окей. Блин, ну здесь, походу, будет просто припасы, да, и ничего особенного. И, кстати, да, уже можно не париться. Ибо все отключено, и костюм мне больше не нужен. Итак, доска, болт-доска, посылка. Что за чертеж у нас? Улучшенный постоянный якорь. Блин, я не хочу выбрасывать. И крюк для мусора хорошая штука. Титановая руда. Вот это, конечно же, нужно. Это, естественно... Так, весло в жопу. А вот титановая руда. Ой, как много всего я взял только что. И помнится, где-то еще был такой один бункер. Погодь, вот он. Ага, здесь то же самое. Титановая руда. Это самое важное. Короче, здесь просто всякой еды полно. Сожрем все это. У меня такое ощущение, что съедая все эти запасы, я лишил кого-то шанса на выживание. А вдруг сюда кто-то еще приплывет? Ну, как бы, извини, я первый. Ну что ж, все. Теперь мы можем идти на плот. И я думаю, вы же понимаете, что я не могу просто так оставить этот снегокат клевый. Вдруг он мне пригодится? Я должен его запендюрить на свой плот. Да! Стой! Есть! Стоять. Окей, он здесь, он с нами. Окей, сколько титана мы взяли. Кайф. Так, вот у нас же чертежи, да. Надо учиться. Получается, это больше нам-то и не нужно особо. Да, просто выбросим их. И последний рыбный анекдот на сегодня. От Ира Ари. Когда у русалок затевается ремонт, то из необходимых инструментов всегда под рукой плавают рыба-молот и рыба-пила. Это потрясающие кринжовые анекдоты. Спасибо вам огромное за них, друзья. Они всегда
вот эту перчинку дают, остроту видосу. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши анекдоты попадали в следующий видос, пишите в комментариях прямо сейчас. Теперь давайте попробуем поставить вот здесь вот платформу. Все, ты будешь ездить? Он, кажется, не ездит по плоту. Но я его возьму с собой в любом случае, мне пофигу. Он будет нам как память. Что же у нас получается? Мы сделали здесь все, что могли. И у нас есть новые координаты. 9, 5, 8, 1. Утопия. 9, 5, 8. Еще 2000 метров в ту сторону. Снимаемся с якоря. Передний ход. Что ж, держим курс. Прощай, ледяной остров. Вперед, навстречу неизведанному. Нет, мой снегокат, нет. Он упал. Дерьмо полное. Прости, снегокат, прости.